Совсем скоро армавирцы будут отмечать День города, и свой праздник муниципалитет должен встретить красивым и чистым. Для этого 25 августа и 8 сентября запланировано проведение общегородских субботников, на которых у жителей будет возможность своими руками привести в порядок родной армавир. Будут произведены работы такие, как вырубка поросли, сборка сухих ветвей, побелка деревьев. В этих субботниках примут участие все общественные организации, предприятия, независимо от форм собственности. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города закупило 14 тонн извести для побелки деревьев. Проведена и другая подготовительная работа. За каждым предприятием, за каждой организацией и за социальной сферой, также за учебными заведениями закреплены свои территории, на которых они должны произвести данный вид работ. Отдельная просьба жителям города, что также выйти и привести в надлежащее состояние свои придомовые участки, дворовые территории. Председателям ТОС и квартальных комитетов предстоит провести разъяснительную работу с жителями и организовать проведение субботников на своих территориях. При этом горожан просят складывать собранный мусор в пакеты. Специально выделенный транспорт будет потом их собирать и вывозить. Субботник должен стать масштабным коллективным мероприятием, где никто не останется в стороне. Дорогие жители, все мы любим наш город. Стараемся сделать его краше, чище. Давайте не будем оставаться равнодушными и проходить мимо таких мероприятий, как наши общегородские субботники, и наводить порядок как у себя дома, так и на улицах города. Стоит отметить, что жители Армавира всегда проявляли сознательность и активность на подобных мероприятиях. Пусть и эти субботники не станут исключением. Влада Волошина, Евгений Холманских, служба информации телерадиокомпании «Вита», Армавир.